Вячеслав Кайнов работает в пожарной охране 23 года, 19 из которых в государственном пожарном надзоре. Выбрал такую профессию, потому что хотел помогать людям в тяжелых ситуациях. В работе больше всего Вячеслав ценит общение, благодаря которому удается доносить до населения правила и нормы пожарной безопасности. Немаловажный вопрос в том, что хотелось бы, чтобы жители и юридические лица, индивидуальные предприниматели еще сами, изучали минимальные правила пожарной безопасности и думали, прежде чем с огнем какие-то вещи производить, какие-то работы, всегда задумывались о последствиях. Одними только проверками работа не ограничивается. Сотрудники государственного пожарного надзора регулярно проводят профилактические акции и занятия по пожарной безопасности для детей и взрослых. Самый важный результат работы – это сокращение количества нарушений в школах и детских садах. Изначально при проведении плановых проверок там в среднем выявлялось по 15-20 нарушений. На сегодняшний день на данных объектах практически отсутствует нарушение требований пожарной безопасности. И при окончании проверки очень часто все это заканчивается положительным актом. 18 июля в России отмечается 93 года со дня образования органов государственного пожарного надзора. Саровское отделение этого ведомства было создано в 1984 году. Первоначально в него входило 4 человека. На сегодняшний день в отделе ФГПН трудится 8 сотрудников. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех ветеранов, которые стояли у истоков государственного пожарного надзора. Также тех, кто служил, работал в отделе Федерального государственного пожарного надзора, своих коллег, сотрудников, которые на сегодняшний день трудятся. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам государственного пожарного надзора здоровья, успехов в работе по устойчивому снижению количества пожаров и человеческих жертв. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.